видео. Снимал видео недавно про сумку. Наверное, оба видео выйдут уже одновременно. Это ее младший брат. Такой вот пакет переносной. Цепляется тоже на стропы Моллина. Рюкзак снаружи для быстрого доступа. Тоже система зацепов. Вот такая вот, скажем так, моя индивидуальная. То есть стропа пришита вот так вот, дальше сцепляется стропу рюкзака, продевается, и вот этим вот хлестиком упирается вот сюда вот в стропу. То есть вот таким вот образом сейчас. Вот. Вот. И держится достаточно прочно, потом на рюкзаке никуда не девается, не отпадает ничего. Ну, мне так нравится. Удобно, ну и снимается просто, собственно. Сколько ношу, не этот. Эта вещь я пользуюсь уже года полтора, наверное. Это было через полгода шито после сумки, ну. Вот такая вот вещь. Значит, что она себя представляет? Это просто, значит, внешний чехол сделан из... Это все сделано из обрезка уже больше. Кусок кордуры. Здесь велкро нашито, чтобы как бы закрывать это все. И небольшой кусок рипстоп. Аку, вот такой вот карман, сантиметров 30 он длиной, по пояску обшит стропой, вот такой вот ременная лента, сверху затяжечка, вот так вот можно было затянуть. Вот. Влазит сюда, в принципе, литровая бутылка кока-колы, по ширине двушечка влазит. Можно применять там какие-то находки, кидать сюда, что-то мелкое, дети урбали, полюса, что-то понравилось, там хорошую травку, либо чагу нашли, раз засунули, затянули, вот она у вас снаружи висит, ничему не мешает, не надо ни рюкзак лезть, ничего не доставать, ничего не это, вот все быстро, в первой доступности. Низ сделан квадратным вот таким вот, то есть сначала прошит вот так вот, а потом углы зашиты и изнутри они обрезаны. Давайте вывернем, посмотрим. Вот, видно, да? Вот, сначала прошито вот так, а потом углы еще раз прошиты и срезаны. Тем самым получился как бы низ не идеально круглый, но он более квадратный, но тем не менее. Так, здесь прошито двойным швом, без подворотов, без всяких мокрого. Я здесь как бы носить ничего не собираюсь, но, в принципе, влагу держит, все нормально. Складывается так же просто, как и раскладывается. Таким образом. Вот. Такая маленькая вещь весит. Да нифига она не весит. Вот и все. Всем рекомендую. Все, что просто, то удобно. Ставьте лайки. Всем пока.